Нужно кофе. Вот так-то лучше. Здорово, ребятки, с вами Бэтфайз. Сегодня поиграем самая трендовая игрушка этого месяца. Фиджет спиннер. Вот только дерьмас этой штукой не выдумывали. И должен сказать, что мне также интересно креативить с этой маленькой хреновиной. Недавно я наткнулся на один прикольный эксперимент на просторах YouTube, который решил воплотить в жизнь и на своем канале. Как вы знаете, у нас есть рубрика, в которой мы делаем всякие замедления. Также я говорил вам об эксперименте с вазой, наполненной M&M'сом. Она, кстати, по-прежнему ни хрена не пополняется. Это моя порция. Вы можете поучаствовать в эксперименте, где мы взорвем эту вазу, наполненную M&M'сом, но наполнить ее должны лично вы, мой Паша. Вся информация о том, как наполнить вазу M&M'сом и поучаствовать в супер крутом выпуске, где мы всю эту хрень взорвем херам собачьим, будет написано внизу в описании под данным видео. Переходите по ссылке и участвуйте в крутейшем эксперименте на свете Майфаш. А мы переходим к теме сегодняшнего выпуска. У меня есть фиджет-спиннеры, и у меня есть вот эти вот хреновины. Это маленькие ракетницы, а это фейерверочные вращающиеся хреновины, которые взлетают, если их поджечь. Я планирую прикрепить эти штуковины к фиджет-спиннеру, закрепить их фиджет-спиннер на болте с гайкой, поджечь их и снять вращение фиджет-спиннера за счет силы, которую генерируют наши мелкие ракетницы. Кстати говоря, не пытайтесь повторить данный эксперимент у себя дома, потому что мало ли чем может закончиться. Ракеты бывают и взрывающиеся, Майфаш. А теперь приступаем к самому эксперименту. Заставим фиджет-спиннер вращаться за счет долбанных ракет. Погнали! Косяк оказался в том, что хомуты слишком сильно перетягивают наши ракетницы, и они просто-напросто высыпаются на стол. А если ракетница высыпалась на стол, то, соответственно, нечему будет загораться. Поэтому эксперимент хрена с два у нас получится. Решение придумал следующее. Я залью в нище каждой ракетницы пистолетный клей. И когда он засохнет, ракетница уже не сможет выспаться. К тому же мы закрепим данным клеем каждую ракету, которую стянем хомутом. И не будем слишком сильно его затягивать. Надеюсь, тогда у нас все получится нормально. Жарко. Мы установили фиджет-спиннер с ракетницами позади на парковке. Сейчас мы постараемся одновременно поджечь три фитиля и снять это все на замедленную съемку, мать вашу. Не будем терять зря времени и приступим к эксперименту. Погнали! Ну вы сами все видели, да? Я знал, что все пройдет слишком быстро. Хрена с два, мы использовали пол коробка для того, чтобы одновременно поджечь фитили. Но, к счастью, у нас все получилось. Вот такой вот эксперимент, дамы и господа. А мы возвращаемся в мастерскую. Вот такой вот крутой эксперимент мы сегодня проделали, ребят. Не забудьте размазать долбанную кнопку лайка и нажать на маленький колокольчик, который будет уведомлять вас о всех последних новостях, связанных с данным каналом. А еще напоминаю вам об эксперименте с башней M&M's, которая нам предстоит в скором времени взорвать. Только вы можете повлиять на то, как скоро произойдет данный эксперимент, потому что только вы можете наполнить данную хрень M&M's. Все подробности внизу в описании под данным видео. И еще один небольшой момент. Если вы хотите заказать рекламу на данном канале и хотите, чтобы я прорекламировал ваш канал, услугу, продукт или еще что-либо, ссылка об условиях сотрудничества и рекламы также находится внизу под данным видео. Это был очередной выпуск про Fidget Spinner. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока! Smooth in the motherfucker, suede on the inside, candy paint, candy paint. I ain't gotta tell you what the rims look like. Look, I'm gripping.